Приветствую. Приветствую, дорогие друзья. Шалом, Каим. Я сегодня решил закрыть байдарочный сезон. Плыву вдоль берега. Погода хорошая. Думаю, поплыву. Тут проезжаю мимо, смотрю. Кто-то разделся. Кто-то разделся и куда делся. Искупался, что ли, или утопился. Не дай бог, конечно, ну все, всякое бывает. Лед. Все-таки уже как-никак 6 ноября. Снег первый растаял. И не знаю сейчас уже, когда снег выпадет. Такое чувство, что он может долго еще не выпасть. Как-то был случай такой, что на елку, на новогоднюю привозили с Алтая снег, чтобы сделать горки для детей. Очаг такой, кто-то готовил пищу. Ну и вот. Ну, сегодня просто тепло, и я... Ну, что сидеть? Пойду проплыву, докуда смогу. Ну, и нормально, в общем-то. Со мной моя Эния любимая. Ну, что, ладно. Не знаю, куда делся человек, смотри. Неизвестно. Ну ладно, благодарю за внимание. Подараба.